Так, всем привет, дорогие друзья, и сегодня я хочу рассказать о влоге, который я создал не так уж и давно. Ну как недавно? Недели две назад. Ну, даже меньше. Нет. А когда я его создал? Ну ладно, это не суть. Итак, сегодня я расскажу, что у меня будет на канале и что я вообще буду снимать. Так, я буду снимать влог о жизни и влог руферства. А руферство — это я буду залазить. Проникновение в особняки. А в особняки — это высотки. Богатые высотки. Вот, подумайте, никто ничего красить не будет. Просто проникновение на крышу. Все. Потом заброшки, больницы, заброшенные больницы. Все. Да, все. Так, дальше. А влог о жизни. Я буду делать трэш какой-нибудь. Искать трэш. Ходить по городу, снимать что-то. Вот. А буду снимать челлендж. 24 часа и просто челлендж. Буду снимать вопросы на ответы. На все ваши ответы, которые вы будете задавать в группе. О которой я чуть позже расскажу. Итак, далее. Еще в влоге о жизни у меня будет то, что я буду снимать о распаковке посылки. То, что мне будут присылать из китайских магазинов. Вот. Если вам интересно, это все расскажу позже. Итак, если вы заметили то, что не видно моего лица, но слышно меня, и вы видите то, что я показываю все это на компьютере, не пугайтесь. Это не просто как обыкновенные блогеры все снимают с компа, но без микрофона, с микрофоном, но без камеры. Нет. Я буду снимать немножко и с компьютером, и немножко с камерой. В том дело то, что у меня камера немножко чуть-чуть сломалась. В каком смысле слова сломалась? У меня нет зарядки на ней и нет флешки, чтобы снимать. Ну, это не суть. Я завтра куплю ее. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем с нашей группы. Вот. Наша группа, в ней 11 подписчиков. И, как вы заметили, я создал запись, под которой нужно набрать как максимум 10 подписчиков. Если мы наберем, вы, дорогие подписчики, наберете 10 лайков, то незамедлительно выйдет новое видео. И также не забывайте подписываться на мой канал Михаила Азаренко и ставить лайки. Дизлайки не принимаю. Пишите комментарии. Еще забыл показать. В группе создано для вас очень интересные вопросы. Вопросы для рубрики. Вопросы-ответы. Получается, вы заходите сюда, пишите свой ответ. Вопрос, точнее. Да, вопрос для ответа. Вопрос. Вот. Пишите свой вопрос. Я на видео отвечаю и рассказываю. Задавайте любые вопросы, но не тупые. Например, как делают другие блогеры. Спрашивать, был у тебя секс? Я отвечу сразу. У меня его не было и не будет. Потому что мне 16 лет. Итак, с этим позже. Так, дальше. Здесь вы можете оставить свои пожелания и идеи, которые вы хотите для группы или видео. Присылайте, я буду рад их прочитать и рассказать это в YouTube. Так, идем дальше. Вот моя страничка. Не забывайте подписываться на мою страничку ВКонтакте. Это не фейк, это все реально. Итак, идем дальше. Инстаграм. Подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки там и там. Я буду рад. Итак, переходим к каналу. Итак, ребят, как вы заметили, то что у меня на канале нет ни одного видео еще. Ни одного. Но это не проблема, это легко изменить. Если я снимаю это видео, то я думаю, то что на этом видео
ну, как минимум наберется лайков 10. Если на этом видео набирается 10 лайков, я просто выпускаю новое видео незамедлительно. Итак, дорогие друзья, ну, на сегодня наша рубрика о канале, как создал я свой канал. В итоге, что хочу сказать. Если вам нравится это видео, ставьте лайки. Вот, не забывайте подписываться на канал. Еще пишите в комментарии под видео или мне в личку, что вам не нравится в моих видео. Как говорится, подкорректировать меня, что я неправильно говорю. Итак, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, не забудьте подписываться. С вами был Михаил Лазаренко. Всем пока, всем всех до новых встреч. Фу-бух.